Галина Нетылько, участник объединения «Звуки лиры» имени «Судьба человека. Отзыв». Война катком прошлась по судьбам и натворила много бед. Навечно в памяти народной оставила кровавый след. 4 года ада века описаны художниками литературы. Рассказ Солохова «Судьба человека. Людские беды. Огненные бури». Писатель 10 лет в душе носил историю солдата-попутчика и в несколько дней на бумагу излил всю горечь народа-мученика. Рассказ писателя – прием военной прозы. Правдив и трогателен до слез. Эмоциональная история героя – последствия потерь военных гроз. Шолохов – гениальный творец, создал потрясающую эпопею. Повествование событий военных лет в исторический промежуток времени. Рассказ по глубине и трагичности охватывает судьбы всего человечества. Главный герой Андрей Соколов прошел через войны и плен. Он все потерял. Семью и кровь. Но выжить он все же сумел. Он видел и ужас, и смерть, и кровь, предательство и насилие. Они не убили в солдате любовь, его не ожесточили, не очерствел средь огня и смертей. Способен он чувству глубокому, ребенку он сердце открыл, сироте, такому же одинокому. И сколько ж сирот на дороге большой, на долгих военных дорогах, что ждут мужиков с открытой душой. Таких на Руси у нас много.